Сегодня у нас малыш. Привет, мой сладкий. Привет, мой сладкий. Все укусить хочешь? Полизать и укусить, да? Я знаю. Ты мой красавчик. Ты мой сладкий мальчик. Я связала им вот такой вот гамачок на крючке. И еще, кстати, принесла много всяких веток. Вот березовые есть. И малышу очень нравится, оказалось, грызть. Вот это все дело. Лекарства мы уже закапали. У девок тут беспредел. Раздраконили все, что можно. И хочу показать, что происходит, если случайно какая-то ткань или одежда попадет крысам. Вот это попало крысам. Ну, как бы они и так рваные были. Я просто им закладывала щели в шкаф-купе. Вот, это рукав когда-то моей кофты. Это, ну, вечер буквально. За вечер они это сделали. Они же вот сюда постоянно протискиваются, в щель шкаф-купе. Я выпилила из доски ламинатной по размеру шкафа. Вот, посмотрим, они поймут, что вот туда вот можно протискиваться, или туда тоже придется какую-то ткань класть. Вот, и провал вчерашнего дня. Малыш, ну я не могу. Вот как мне снимать? Вот как снимать, когда ты такой милый? А? Ну как это снимать, когда ты такой милый? Сладенький ты мой маленький. 550 весит. Да? Скажи, я не толстый. Вообще он не толстый, кстати. Он крепкий. Ты мой сладкий мальчик. Трусишка. Вот. И вот у меня рюкзак. Короче, он вчера под раздачу попал. Вот зашло... Блин, они даже молнию сгрызли. Я в шоке. Короче, кусочек попал вот сюда к пацанам в клетку, к псюкам. Вот, и вот такое вот произошло. Ну, все это как бы на выброс. Вообще жесть. Не спасло то, что я им раз, два, три, четыре, пять, шесть... Не спасло, что я им 6 камней сюда поставила. И ветки кинула. Ну так, немного грызут, конечно, ветки, но все равно не особо спасает. Он все, короче, одолели, все. Ну как у вас дела? Как у вас дела, мальчик? Вот они у меня какие. Да, вот они у меня какие. Маленькие-то мои. Кстати, так выросли уже. Эх, прощай, рюкзак.